Несколько недель подряд в Казахстане растет число заболевших коронавирусом. За прошедшие сутки зарегистрировали больше 480 случаев заражения. Антилидером по-прежнему остается Алматы. Там число инфицированных уже больше 200. Город на границе красной зоны. Следом идет столица. 123 положительных ПЦР-теста на ковид. По данным Минздрава, 3000 человек сейчас получают лечение. 16 пациентов находятся в тяжелом состоянии. Больше 60% казахстанцев доверяют отечественной медицине, при этом 35% перепроверяют информацию в интернете. Такие цифры привел директор фармацевтической компании «Штада» по СНГ. Со слов Арминаса Мацевичуса, организация провела международное исследование, которое проходило в 15 странах. Наше государство в этом году впервые приняло участие в опросе. В общей сложности на 43 вопроса ответили более 30 тысяч респондентов. У них спрашивали о самой системе здравоохранения, здоровье населения, режиме питания и постковидном периоде. Эти данные для дискуссии именно экспертов с населением для того, чтобы подумать, а что стоит за этими результатами исследований. Например, самые доверительные лидеры мнения – это ученые, не врачи. А в Европе наоборот, больше доверяют врачам, особенно врачам общей практики. Например, по сравнению с фармацевтами то же самое. Да? У нас в Казахстане только 33% населения доверяют мнению фармацевтов, так как в Европе это на порядок выше.